Всем привет! Меня зовут Марина Моргунова, и это полезная программа. Если речь идет о лечении зубов у ребенка, то, как правило, и родители, и дети испытывают эмоциональный стресс. Современные стоматологи давно научились решать эту проблему. О лечении без слез и переживаний расскажем в следующем сюжете. Детская стоматология всегда актуальна и востребована, ведь именно больные зубы могут стать очагом инфекций и болезнетворных бактерий. Поэтому специалисты рекомендуют следить за здоровьем зубов с самого раннего возраста. Важно понимать, что ребенок, первый раз пришедший к стоматологу, еще не боится лечить зубы, так как он не знает, что его ждет. И очень часто страх перед стоматологом передается от родителей, ведь дети отлично считывают эмоции. Существует миф, что кариес молочных зубов не несет в себе никакой опасности. Это ошибочное мнение. На самом деле при болезни молочных зубов постоянное также находится в зоне опасности. Это может привести к тому, что зачаток постоянного зуба погибнет, либо молочный зуб будет ранее удален. Раннее удаление ведет к формированию неправильного прикуса у ребенка. Большинство маленьких пациентов не дают провести лечебные манипуляции, а удержание вызывает у них эмоциональный стресс. Лечение зубов под наркозом оградит малыша от негативных последствий. Лечение производится в одно посещение, вне зависимости от сложности ситуации. Отсутствует стрессовый фактор, ребенку не наносится психологическая травма и отсутствие болевых ощущений. Чтобы ребенок получил качественное, комфортное лечение, не испытывая никаких психологических проблем, для этого лучше использовать наркоз последнего поколения. Наша цель, чтобы ребенок получил качественное, комфортное лечение, не испытывая никаких психологических проблем. Для этого мы используем ингаляционную анестетику последнего поколения, которая минимально токсична и обеспечивает достаточно быстрый ввод в анестезию и выход из нее. Также применяется анестезиологическое оборудование и мониторинг для обеспечения безопасности пациента. После лечения все дети получают подарки от зубной феи. Что делать, если вы проживаете не в Красноярске? Для начала оставить заявку на нашем сайте или позвонить по телефону. С вами обязательно свяжется врач и составит предварительный план лечения. Согласовать все анализы можно заочно по электронной почте с анестезиологом. Отдельного визита перед лечением обычно не требуется. Звоните «Стоматология мира», Урванцева, 12, телефон 277-44-72. С вами была Марина Моргунова. Проводите свое время с пользой. Еще больше полезной информации вы найдете на нашей страничке ВКонтакте. До встречи!